Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Подобное, наверное, можно увидеть только в нашей стране. На первый взгляд – обычная лавочка. Но вот что в ней необычно. Вот это кольцо. Я думаю, нетрудно догадаться, для чего это сделано. Говорят, в Воронеже, что у нас вот это вот для этого. В первую очередь, мелочь это говорит о смекалке жителей дома. Ну, а во вторую – о том, что в наше время полагаться приходится только на себя. Сейчас мы вам покажем самый бледный знак нашего города, который находится на поселке Кирпичный. И, скорее всего, он даже не бледный, а бесцветный. Наша ошибка, вина дорожника, пускай исправляют, делают как нужно. Это не знак. Полностью согласен, это уже не знак. И, скорее всего, была нарушена технология при его покраске. Ведь в нашем городе много таких знаков, но они почему-то не выгорают. Ну, а мелочь это... бледная. На улице Степана Разина есть участок дороги, который находится в ужасном состоянии. Если приглядеться, то можно увидеть, яма занимает половину проезжей части. Авария, что-то может случиться, что-то повредить за машину. Скорее всего, здесь шли какие-то работы, из-за которых и вскрыли асфальт. Но мелочи это сейчас нужно вернуть в прежнее состояние. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – компания «Уралинпром». Материал не требует дополнительного утепления, не боится влаги и огня. Реальная экономия на строительстве. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Ньюсток». Женские летние итальянские наряды с 42 по 52 размер. Улица Свободы, 104.